Хороший вопрос. А вот это слева, это взлетка или что? Нет. Взлетка, мне кажется, там, где флажок справа от нас. А мы прям на взлетку встали лицом. Я встал. Перевзлетка прям передо мной, короче. Прям. Ну, отлично. Все, взлетаем. А, у нас разница. Разбегаемся. Ой. Нет, не разбегаюсь. Очень, конечно, ясно. Ну, как тебе? Круто. Сам в шоке. Фу, реал просто. Так. Давай еще разок. Так, а тут не пишет, да? Сколько у тебя закрылки открыто, закрыто? Пишет, он мне сейчас написал. А, пишет. Так. Так, я сначала бомбу пустил. Что-то я тебя прям гоняю так сильно. А я в 90 и на 80. Я уже до 60 сбросил оборот. У меня ничего так. Шасси тоже убил, да. А ты бомбу убрал? Да. Да, все. У меня 50. 50. КЗ. Давай я даже заработаю. Скайцель. Так, проверим. Вот он, давай. Чуть ниже под облака спускаемся. Так, вот она деревня, следующая дорога. Вот это направо, это, короче... Слева от тебя дорога, по ней надо смотреть. Там сейчас. Ну давай пролетим вдоль нее, потом свернем. Вот слева колонна, по левому крылу. За один тебя вижу. Пока. Так, я пока только маркеры вижу. Самих машин к ней. Ага, тоже вижу. Все. Захожу, неудобно. Давай. Ты заходи, я тогда чуть сверху. Вижу, там вижу, на перекрестке стоит там. Две штуки, да. Сразу две буду бросать. А, нихуя не буду, нельзя бросать. Одну сбросил на перекрестке, которая помню. Наверное, сбросил. Так, сильно. Даже они стоят, поэтому прицелиться можно. По крайней мере, пока стоят. Да, если не получится потом. Я... Ты не заходишь? Нет, я жду, пока понял, ты бросаешься. Захожу. Ты тогда на перекресток кидай, я на следующий. Хорошо. Скольжение не успел. Посмотри, скин. Лампочки, посмотри, две белых лампочки. Горят. Значит, не скину. Заходишь? Да. А, тогда тоже на перекрестке. Ага.
Блин, неужели мы опять клавишами отключились? Не может быть. Так, у меня сошла. По-моему, ты попал сейчас. Да. Есть. Захожу на второй. Я дублирую, я жду. Хорошо. Только ты аккуратнее. Подожди, пока я себя сброшу. Да. Ты уйдешь, соответственно. Если что, буква Б сбрасывать. Хорошо. О, одна сбросилась наконец-то. Так и ты попал, походу. Да, есть. Есть. Тут так дальше по дорожке, поэтому 10 тихо. Ага. И так, у меня сзади тебя 6, сзади тебя кто-то. Низко. Вижу. Ну это наш, наверное, мне кажется. Наш, да. Че, по этой же дороге пролетим сюда? Да. Бля, кстати, наш фонарь еще взял. Так, ну, а вон стреляет кто-то. Кто-то стреляет. Дальше по дороге стреляет? Да. Вот он вверх тянет. Так, машина стоит. И все. Вверху. Я проверю все-таки этот дверь, кто был. Я вот вдоль дороги. Три шага. Вдоль дороги мы вижу какой-то скопление. Вот там машинка, а, и машинка, гнездо, машинка билбита. Да, звучит. Отлично. Твою мать. То ли бомба у меня взорвалась перед тобой. Бомба, да. Это бомба. И шаг, наверное, там будет просто. Здорово. И дальше, вот, по идее, направо по этой дороге. Кто там? Привет. Хида. Куда, направо? Да. Но по идее, они если перебрасывают, да, вот, сзади, конечно. Ага. Значит, 10, да. Было написано 10. Этот мозг бы нам еще раз фигачить. А они стоят все равно. Уже расфигачили. Так, я ушел по дороге туда дальше. Направо пошел? Направо, от перекрестка на 270, 280. Нет, 320. Значит, направо. Значит, давай я разворачиваюсь. Нет, ты вот правильно все шел. Ты сейчас вверх выйдешь? Да. Все, вот так правильно иди. По этой дороге вниз. Просто я от перекрестка шел, другой 200, а сейчас до 320. Нифига больше нет, да? Я думаю, может он в полях стоит. Вполне возможно. Могли вот встать, потому что мост там одной секции не попадает, поэтому не встали. Ну давай все равно сейчас пролетим весь квадрат. Ну да, вот это следующий мост. По идее мы сотками могли и мост взять. Логично. Да попасть по нему что-то. Кстати, ни разу не побил, просто сложно добавить. Так, какой-то райончик. Типа укрепрайон. А вон там куча целей, это первые с того филда. Если взлетать, а, вижу, вторая вижу, задача, вижу, первая. Вон, видишь, 4 точки, у тебя бомбы нет? Вот они, не бомбы, они машины стоят прямо перед мостом. Вот, я сейчас на них зайду, буду поставить. Готово, машинка следующая. Это мы? А, зенька, кстати. Мы уничтожим, получается, сейчас колонну, да? Короче, смотри, вот видишь, в начале моста стоят 4 моста. Да. Вот я туда сейчас попробую скинуть. Вот я машинку там вижу, понимаешь? Или что, мы машинку, если это по горах, да? Да, что-то говорит. О,
мост. Уничтожил мост и уничтожил топливо заправщик. Отлично. И МГ-34 еще. Так, ну что, работаем, да, курсор? Ну да, добиваем, да, и отходим. Перезаряд, шповоз. Заправщик рухнул, чуть не сдох. И старт через него. Хреново. Ну да. Ну не тестит, наверное, что-нибудь, да? Мне кажется, да. Ну, как определить, закрыли вот на цели или нет? Я не знаю. Он исчезает здесь. Опа, ты стреляешь. Только что стрелял по наземке. Красивый плюс. Но мы ту колонну не все видать вверху, которая наша была. Еще один. Блин, почему у нее попадание есть, а не убивает с первого раза? Тоже было, вот у меня сначала просто задымилось, потом поборолось. Черненький бил, бил посередине, между. Так, все, у меня фляжки закончились. Нет, ну нет, это бред какой-то. Либо я не попадаю. Стреляю, она не взрывается, все попадаю в нее, вижу, что попадаю, она не взрывается. Может, клюк какой еще, сибак? Три разные мне заказали, одну машину. Ты, конечно, понимаешь, я как бы косоватый, но не такой степени.